как сажать клубнику. Смотри, выкопали ямку. Да, вот сюда перегной. Прям чем больше, тем лучше. То есть у меня земля, песок, и поэтому вот, ну, такая воздушная получается земля, перегной. С песком у меня, да. Дальше. Сюда еще удобрение, потом я сверху положу. И вот, смотри, видишь, вот корни у нее. Вот это вот какую-то замухрышку у меня получается. Я корни подрезаю всегда. Надо, чтобы корни были вот так вот кверху. Ну, то есть стояли в ямке. Не распластались, а стояли. Поэтому вот так вот присыпаешь. И сверху еще перегноем. И сверху еще мульчировать буду скошенной травой. Вот. И накрывать обязательно буду сейчас, потому что у нас холодрыга. Буду с бонбондом укрывать и пленкой от морозов. Питомник льяну, сорт клери сажаю. Вот эта вот грядочка.